В Московской области активно развивается тепличное хозяйство. Всего в нескольких километрах от столицы выращивают различные виды растений, фруктовых и декоративных деревьев, а также рассады цветов и овощей. Одним словом, все, чем можно украсить городские клумбы, дачи, огород или офисное помещение. Об одной из таких компаний, которая делает жизнь вокруг нас ярче и красивее, мои коллеги подготовили репортаж. Покупая комнатные растения, вряд ли мы задумываемся над тем, какой длинный путь они прошли перед тем, как радовать глаз своей красотой и необычностью. Но за каждым цветком стоит тщательный, кропотливый труд. В этом помещении более 150 тысяч черенков. Через 3-4 месяца они станут настоящим произведением природного искусства. Для этого созданы специальные условия. Условия очень особенные, как для детей. Первый этап – это очень теплые теплицы и очень влажные. Там большая влажность. До 80% и температура 23-24 градуса. Это когда в то время, когда черенок укореняется. А здесь вот в таких, где уже детки наши подросшие, так сказать, а здесь 20 градусов, 18 обычная температура, ну и влажность тоже процентов 50. Мы готовимся сейчас к сезону озеленения. Основная культура в этом направлении – это петунья. Вот. Могу показать вам уже готовую кассетку. Цветочная компания «Харченко» занимается выращиванием и продажей цветочных культур 20 лет. За год из этих теплиц выходит более 25 миллионов растений. Производственные участки площадью в 10 гектаров оснащены высокотехнологичным оборудованием и современной техникой. Ассортимент цветочной компании насчитывает более 5000 наименований растений закрытого и открытого грунта. Предприятие в основном работает на оптовых клиентов, но и розничным покупателям здесь всегда рады. Активно очень сейчас продажа идет пуансетти. Считается, что она приносит радость в дом, новогоднее настроение. Для удобства розничной продажи у нас несколько точек. Это Островцы, Бояркино, Некрасовка и Белая дача. Приехать, пощупать, посмотреть, оценить растения вживую. И у нас также огромный выбор, как вы видите, и зимой, и летом. Поэтому ждем всех в гости. Ознакомиться с ассортиментом компании, приобрести продукцию можно как при личном посещении садовых центров, так и в интернет-магазине. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.